Мы часто возносим наши молитвы за наших детей, служителей, миссионеров. И иногда нам кажется, Бог не слышит наши молитвы. Но этим стихотворением я хочу укрепить вашу веру, нашу веру силой молитвы, что Бог нас всегда слышит. Это невыдуманная история, которую рассказали одна группа миссионеров. В миссионерский пункт шли две сестры. Тяжелый груз ремнями давит плечи. Вот позади часы дневной жары. На небе первые блеснули свечи. Для миссии покупки тяжелые. И переночевать в лесу решились. Сложив свой груз, склонившись для хвалы, те сестры в сон глубокий погрузились. Не знали, что за ними слежка шла. Разбойники ограбить их хотели. Их банда к спящим тихо подошла. И вдруг все от испуга онемели. Они увидели по кругу в ряд, вокруг сестер их сон оберегая, 16 сильных воинов стоят. В разбойниках смятенье вызывая, от ужаса бежали кто куда. А сестры утром дальше пошагали. И что грозило ночью им беда, они об этом даже и не знали. Прошло немного времени, и вот к миссионерам человек приходит. Признался им, что он разбойник тот, и что теперь покоя не находит. О воинах он поднял разговор, и выяснилось то, о чем не знали. Ведь в миссии в то время за сестер 16 христиан к Творцу взывали. Запомним эту быль. И пусть она тревогой за детей сердца охватит. Молитва наша Господу нужна. Молящийся недаром время тратит. Опасность ведь настолько велика. Разбойники охотятся повсюду. Вот где-то полудетская рука к губам прижала грязную посуду. И где-то полудетская ладонь все снова просит денег у колодца. И выжег в нем все доброе огонь, который адским пламенем в нем бьется. Давайте же в молитвенных словах еще сердечнее возносить моления, чтобы Господь на ангельских руках детей пронес над полем вражьей битвы. Попросим за своих и за чужих. И тем у них усилится защита, по воину от каждого для них, поистине божественная свита. Попросим и за тех, кто труд несет, на чьих плечах ответственность большая. Пусть Божье ополчение встает вокруг их, их жизни оберегая. Что мы беспомощны, нам часто шепчет враг. Друзья, часы молитв не пропускайте. На труд, который выше всяких благ, свои тела и души посвящайте. Аминь.